patience, everyone. Not stand on the plate here. She said, well, you all know what you're here for. We have to explain to you that Yuri Norstein, I'm going to say, is one of the world's greatest funding animator right here in the flesh for your very eyes. He's going to be showing you how he does what he does. And if you, I hope you're all familiar with this. So without, since we're running behind, I'm just going to hand the room over to Yuri and he will. Big welcome. Ну что, я на чек могу, да? Да-да. Иногда мы, когда она готовит, чуть-чуть признается, чтобы она рассказала в конце. Говорите только громко. Чтобы что? Вы говорите громко, чтобы она вас слышала. И она будет поверить. Ну, потише, она будет говорить. Окей. Соня, так слышно? Да. И видно, Клава. Значит, добрый день. Good evening. Good morning. Good afternoon. Today we will be discussing Hedgehog and Thug. Технологии его. The technology behind it. Сценарная конструкция. The scenario behind it. The plot. The idea. О том, как. About how. Как переходит литературная сказка в сказку. The scenario becomes a film. Я привез с собой персонаж Юра. He brought the hedgehog with him. Но дело в том, что я не мог взять тот персонаж, который у нас постоянно. But he couldn't bring the personage, the character that he films himself in the film. Поскольку у нас должна быть выставка в Японии, все это в макете. Because he has an exhibit in Japan now. Но этот персонаж тоже участвовал. But this was also in the film. И я на его примере постараюсь кое-что вам. And with that, he will try to show you some depth. Значит, итак, фильм «Ёжик в тумане». So, the film «Hedgehog in the Fog». Была сказка, которая называлась «Ёжик в тумане». There was a story once, which was «Hedgehog in the Fog». Автор ее Сергей Козлов. The author is Сергей Козлов. И он когда-то мне показал, once he showed, это было очень давно, в 1974 году. In the 70s. Он показал мне много своих сказок. He showed him a lot of his own stories. И из этих сказок я выбрал... And from those stories, Сказка это была, ее конструкция была простая. The story was very simple in construction. Ёжик сидел the hedgehog sat на бугорке и смотрел на туман. And watched the fog. И увидел в тумане лошадь. He saw the fog, a horse. И он, значит, сам себе задал вопрос. And asked himself, если лошадь ляжет спать, она if the horse lies down to sleep, will it choke? И он спустился с горки, so he went down the hill into the fog. Но лошадь он не нашел. He didn't find the horse. И он какое-то время бродил в тумане, потом упал в реку. And a while he spent searching his way through the fog. After a while he went and fell into the river. Его подхватила рыба и помогла ему выбраться на берег. In the river, a fish caught him and helped him get him to shore. Вот такая была сказка. So that was the story. Когда началась работа над фильмом, я предложил дополнить сказку рядом эпизодов, которых не было. Which were not in the original. Первый эпизод был first episode was ёжик идет по дорожке своему другу медвежонку, to his friend the bear. А за ним пристроился филин, который хотел был его съесть. Но ёжик этого ничего не заметил, он смотрел в лужу. Лужа отразилась звезда. Ёжик пошел дальше, а филин полюбопытствовал, что он там увидел. Но Филин ничего не увидел, кроме себя. Ну и так далее, вы фильм видите. Значит, самая сложная задача была, когда мы начали работу над фильмом.
найти способ, как делать съемку. Съемка у нас проходила на ярусных станках. Но в тот момент, когда мы делали ежика, у нас не было съемочного станка, который был бы сделан на... Значит, а под камерой у нас стояли ярусы. Under the camera he had tiers. Three tiers, four tiers. Они были гораздо больше, это была длина у нас была где-то 2 метра. They're about 2.5 meters in length. Each one? Да. 3 yards. 3 yards. Да. Ширина у нас была 60 сантиметров. And 60 centimeters in depth. Сейчас у нас ширина ярусов 80 сантиметров. Now he uses a tiered system which is 80 centimeters in depth. Вот, глядя вот в эту камеру, а она, значит, стояла, как вам пришли рисовать? Я нарисую сейчас другую точку. Я нарисую сейчас, как это выглядит, вот если смотреть отсюда, сбоку. So if you were looking from the side, this is what you would see. Вот. Ярусы. So those are the tiers. That's the stand. А вот здесь вот стоял. And that's the camera. Она была чуть-чуть под углом. It was a little bit on an angle. Если нам надо было поставить ее перпендикулярно, мы перемещали штанг, ставили ее. And if they needed to put it perpendicular to the tier, they moved the entire stand, so the camera would rotate more. Я специально это подробно говорю, чтобы потом поймете почему. You'll understand why later. Самая важная часть. Ярусы двигались на вдоль глубину из глубины. The tiers на камеру от камеры. The tiers moved towards the camera and away from the camera. Каждый ярус мог сблизиться друг с другом. Each tier could move closer to another as necessary, or farther away. Почти вплотную. Almost, so they were one on top of the other. Почти вплотную. Это тоже очень важная часть съемки. It's also a very important part of making the film. Вообще, технология должна точно соответствовать художественной задаче. Technology really needs to fit the artistic vision. Сразу вам скажу, я компьютером не пользуюсь. He doesn't use a computer. Ever. Я пользуюсь другими вещами. Это вовсе не означает, что я против компьютера. Не подумайте. This does not mean that he's against the computer. But he just uses a different technology. Просто мне кажется, что те задачи, которые мне бы хотелось выполнить, и то изображение, которое я бы хотел видеть, and to those films that he would like seen, это изображение компьютер не может сделать. He believes that you can't do that on a computer. Теперь, значит, это, так сказать, вводная техническая часть. This is the technical part. Да, у нас, значит, было так. У нас стояло две установки съемочные. So they had two separate tiers. Одна камера стояла на... для того, чтобы можно было ее на штативе вдоль, вдоль ярусов. There was one camera that moved along the tiers. Понимаете, да? Другая камера стояла... стояла сбоку. And another camera stood to the side. Вот яруса. Она стояла вот здесь. So while one camera moved along the tiers, another stood off to the side. Я вам тоже объясню потом по ходу, почему. And you'll understand why. И она, значит, могла делать панорамы вдоль. And he could go, and this camera could go more in depth. Я сразу хочу сказать, кому что непонятно, задавайте вопросы сразу же. He wants to let you know that if you have questions whatsoever along the way, please ask them. Значит, это, так сказать, техническая часть. Камера у нас была старая. Camera was really old. Я думаю, что сегодня бы эту камеру с удовольствием какой-нибудь музей взял бы к себе today, в качестве исторического факта. Was it a Krasnogorsk? Да? Какая? Это был Красногорск?
Это наша была советская камера. It was just a Soviet camera. Oh, okay. That was a Soviet camera that always had light leaks. Она была очень добротная. It was very good. It worked well. Okay. Да, она была очень добротная. Она была, ну, несколько примитивнее. Primitive. Но она нас вполне устраивала. But it и у нас на ней практически не было ни одного брака. And I didn't have any problems with it whatsoever. Could you crank the tiers up closer to each other? Did yeah. You yeah, that's what you yeah, said. You could crank them up. Что? Ну, спрашивал, как двигались ли... А скажите, а у вас можно там свет зажечь, чтобы я хоть видел лица, а то все в полном провале? Какой-нибудь свет? Backlight on, so you can see the face. А у меня довольно контраст, что я вижу черноту. Oh, he's dark. Maybe we'll... Are you backlight? No, backlight. Yeah, no. Okay. That's it. It's fine. Значит, я вам покажу, что из себя представлял Кассандр. So now I'll show you the character. Сначала я вам покажу, как он по книге. Я написал книгу о мультипликации. Две такие книги. Two volumes. Called Snow on the Grass. Она вышла в позапрошлом году. Came out year before last. Значит, здесь я... Но на самом деле эта книга не о мультипликации. It's not really a book about it. О том, как связана мультипликация, чем потоком искусства. It's more about how animation is tied in with art. Is it available in English? A pirated version. So this is technology of the light. That's what they use. Вот. Это очень теперь мне. Я могу сразу показывать вам. Вот конструкция. Вот он тот персонаж, который снимался. So this is a hedgehog that was actually filmed in the film. Это значит основа. Ёжика. Это сделано на очень плотном целлоиде, астролон называется, очень плотно. So the material that he uses is kind of a very thick transparency. What you see, the picture at the bottom is the actual body of the hedgehog and the top of the Ну вот я постараюсь, чтобы было понятно. For you to understand, show you. Как бы это показать? Вот он. Этот астролог, вот. So that's the thick transparency that he uses. Вот. Oh. And on top he has thinner transparency, which... А вот это целлулоид, который на него накладывается сверху. So the plastic on top is put on the bottom, thicker transparency. Вот видите, да? Так. Это основа живописная. So that's the actual base, that's the artistic base. Но я должен сказать, что я работаю с художником, художник моя жена, Ябусова. The artist who you work with is Ябусова. Значит, это основа живописная. What kind of painting? Какие краски? Краски обычные, титановые белила и акварель. Watercolors and Titan, I guess. Titanic color, I don't know how to translate. Да. But just regular paints. Вот. Вот он тюбик, вот. Here's a tube. Вот. It looks like a guache. It looks like acrylic or guache. Yeah. Это титановые белила, они не, когда высыхают, они не рваются. So when they dry out, they don't wash out or fade away. Это тейнтер, титановый. Tempera. Да, но она самое главное. Почему мы пользуемся этой краской? Потому что она обладает свойствами масляной краски. То есть so она может быть фактурной, и в то же время она быстро высыхает. It dries fast, but it doesn't, и поэтому it в нее можно втирать акварель. But it doesn't smudge or вот я постараюсь сейчас наехать максимально. Вот, видите, so you can see sort of close. Чтобы понятно было, вот это фактура. Вот. That's kind of the texture. А сверху потом накладывается... Еще целлулоид, вот. Top this thin layer plastic adds another layer to it. Значит, это очень важно для... This is very important. Для... Вы поймете, почему вот такая вот технология. And you'll understand why. Значит, когда накладывается целлулоид, вот этот с рисунками... So adds the top layer of plastic. То он создает вот это вот... вот этот мягкий край. It creates an outer edge, which is a very soft outer edge. Значит, выглядит это таким образом. So it looks like this. Вот он целлулоид отдельно. So that's the top
thin flesh layer. Он персонаж, that's the bottom, thicker layer, на который положен целлулоид уже. On which the thin plastic layer is already put on. Это лапки. Those are the feet, the paws. А вот он собран. And that's the entire character. Значит, персонаж у нас по величине, тот, который снимался в фильме постоянно. The personage that was filmed in the actual film. Вот он. Вот that's, он. That's ну, для сравнения я свой палец поставлю. He's about the size of a finger. Вот это натуральную величину. That's the actual size. Можно положить пинцет. Вот величина пинцет. Значит, выбор величины персонажа the choice of the size of the character тоже не случайно. Was not an accident. Дело в том, что у нас есть определенная величина нашего съемочного поля. Because this tiered system is only a certain size. И если нам нужно делать общий план, то мы должны делать расчет выбора персонажа. And to do a general panoramic landscape, he would need to count for такой расчет, чтобы взять его и крупно, и общий. So the character could be both small and big, depending on where the camera was. Значит, поэтому он у нас вот такой вот величины. So that's why the hedgehog was this big. И только для одной сцены, везде персонаж they made a separate гораздо character, крупнее. Which was a lot bigger. И я вам об этом пока расскажу. And I'll tell you а пока я перед вами положу тот персонаж, вот, который снимался для более крупной величины. He'll show you the character that was for larger scenes. Значит, опять камеру надо. Вдоль попробуй. А? Вдоль положить. He's trying to fit the entire character. There we go. Вот у него лапки. So those are his paws. How many fingers is this? Сколько пальчиков? Лапок у меня несколько. Во-первых, в одну сторону, в другую. И кроме того. He has paws that go in both directions, separate sets of paws. И кроме того, еще есть лапки. And also he has a set of paws that. Ну, которыми он держит узелок. With which he, so his hands, I guess, with which he holds his knapsack. Like that. Вот. Насколько он большой? Сколько пальчиков? Сколько моих пальчиков? Да. The question was how big is this character? So it's about the size of my вот hand. Он. Three times. Значит. И еще лапки сделаны специально, вот когда ему нужно. And he also has a separate set of paws that да. They're hinged so they can move. Когда их нужно двигать. How many joints is that? Сколько соединений? Такие лапки сделаны две в одну, две в другую. So he has like two joints in each. Они сделаны в шарнире. Six. Ну, вы видите, что величина этих шарниров, это я сам все делал, вот шарнир, видите, маленький, рядом с моим. Чтобы было понятно. Вот, понятно, да?
Хорошо, что я сегодня ногти помыл. He said it's good that he washed his nails today. И значит, ну, естественно, я в полном игровом объеме, я не смогу показать. So today he won't be able to show you a full. Потому что, конечно, в игре там все гораздо сложнее, чем. Because when he's actually filming it, it gets much more complicated. Теперь самое главное, как делался туман. So, now he showed you how he makes the fog. Значит, how many different head positions for the hedgehog? Сколько позиций головы у Баффи? Сколько чего? Позиций головы. Или, ну, сколько голов у вас? Значит, два профиля. So he has two profile heads, one for each side. Вот они смотрят. Наши окна друг на друга, да, Алла? And then just one more for the front. И еще одна голова, которая смотрит вперед, да? И еще голова анфас. Yes, но and then one head боюсь, что у меня ее может здесь не быть. But he thinks he might not have it. Потому что, повторяю, здесь сейчас... Хотя нет, вот, вот она. Вот. Мы не делали полный анфас, вот видите? It's not really a full unfuss, it's kind of an angle. Right. Для этой головы вот делались глазки отдельно. So yes, is all the movement done with tweezers? Mm. Теперь еще один момент важный. Сейчас, мне нужно найти это. Looking for something. Can you ask him why he doesn't hinge the puppet? He only hinges the arms and not the entire puppet. Спрашивают, почему вы только соединяете там руки, ноги, но не соединяете там глаза или нос? А потому что у него глаза у ежика двигаются, когда ему нужно повернуться. Вот смотрите. Because the way he films it, clip by clip, for the hedgehog to move, for example, if he had hinged eyes, for example, they wouldn't be able to move without the entire head having to move, so he can't actually construct a 2D picture to move. Здесь, сейчас, сожалею, нет. У меня здесь нету. Я здесь перекрывал, и вот, вот это, вот видите, so for example, when the hedgehog looks from left to right, to move the eyes separately and the nose separately. У меня для этого специально были сделаны, это случай редкий, я, как правило, не пользуюсь фазами, но специально у меня были сделаны, видите, фазы носика. So he even made separate, nose phases? Wow. Вот, вот здесь him. Только я не могу сейчас ничем перекрыть, но это перекрывалось. Could you show the nose separate? Вы можете показать нос отдельно просто? Сейчас покажу. Может быть, сюда найдется один большой листок? Maybe, can you find one big sheet of paper? Maybe. Вот, вот они. This is a big manila paper right there. This is the one. What? Huh? What do you want to do? Cut it? He's still with the paper. Okay. Thank you.
Are all the other pieces just one layer? No, no, all pieces are two layers. All of them are two? Mm-hmm. The nose pieces as well? Все кусочки двойного слоя или там вот все кусочки двойного слоя или там нос? Нет, это одинарный. Это все. Yeah, so all the smaller pieces are just one. Just one. Just one layer. Все то, что связано с его графикой, это все двойного. The actual like body and the head are two pieces, but everything the smaller details are just one piece. Does he have any problem with the edges of the transparency you show? Когда вы снимаете, у вас есть проблемы с тем, что вот этот край наружный высшего слоя? А дело в том, что так как он снимался через такой сфумат, через аэрографированный целлюлит, то этот край он практически не было виден. So the way he was filming it with the fog. Теперь знаете, каков эффект тумана? Нам было принцип. The outer layer of transparency didn't show. Вот, вот грубо этот принцип, вот как он выглядит. So here's поскольку how у нас Яруса, Яруса двигаются, so the tiers move, то, то вот он. So he just lifts the paper. Все, и он начинает. Здесь, естественно, сейчас это я показываю вам грубо. This is a pretty rough demo. But in general, he just the closer up to the camera the paper is brought, the more fog there is. And so the hedgehog disappears. The full genius. So simple. Но, естественно, я вам показываю только схему. So принцип. A basic overview kind of. Значит, really heavy fog. У нас, допустим, камера здесь вот стоит, вот, вот ярус, 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 и вот здесь вот ярус. So he drew three tiers, two of which are really close to each other. Вот здесь, вот здесь ежик лежит. And that is where the hedgehog is. Вот. Right there. А туман, он находится на, ну, он вот на этом слое, вот. The fog is on this, that layer that he's drawing. И когда он поднимает цилиндр, goes up, ёж падает в туман. The hedgehog disappears. Или наоборот. Or vice versa. Если ёжик двигается в глубину, то, when the hedgehog moves, то ярус с ёжиком, он отодвигается от тумана. When the hedgehog moves in depth, so to speak, then the hedgehog moves down. How does he animate the hedgehog with the tears right on top of each other? Isn't it hard to get to the actual? The camera's on top. Как когда яруса так близко друг к другу, то как вы двигаете ёжика, как вы анимируете ёжика? А когда у нас яруса близко друг к другу, у нас стекло не лежит на вопрос хороший. Не лежит на ярусе, а оно имеет возможность вот так подниматься. Okay, so when they do something that close together, the tier can like lift up sort of perpendicularly, okay, as opposed to up and down. Поэтому я могу его так. Кроме того, я могу ярус сдвигать. Besides that, he can just move the entire pane of glass. Я открывать. But then for the next frame, that he has to shoot a picture, and how is he sure that it will line up again? Тогда если вы двигаете ярус, то как вы знаете, что в следующем кадре они будут как бы вместе? А у нас ярус. У нас стекло ставится точно, абсолютно, вот оно так крепится, что когда я его придвигаю обратно, оно имеет такой упор, и оно прямо точно входит на то место. Так что тут у нас никаких... В этом смысле технология, она должна позволять свободу действия, но и должна быть очень точно в работе. Значит, я хочу показать вот то же самое, вот сейчас кадр, то же самое и в so the same thing happens. И кадр, когда, допустим, филин with the storyboard with the owl высовывается из тумана. So he'll show you the entire storyboard of
that's not square. That's still, right? Not square. Yeah, вот, the still is from. Вот смотрите, вот там сейчас начинает только проявляться филин. So somewhere in the background you can sort of see how the L is coming out. Вот он более такой, но он здесь размыт чуть-чуть. Now he's a little smudged, but вот он уже более видимый. And even visible. Вот он. Now you can see him as an виден, мы можем разобрать, что это филин. Вот он. Now you can почти полностью открылся, и вот он. And there he is, out of the fog. How was the... Значит, в этом кадре у нас филин на ярусе придвигался. How is the gradation from the bottom to the top? It's more fog at the bottom. Он спрашивает, как делать так, что тумана больше внизу, чем, ну, как в каждом кадре. Вот поэтому я и сказал, что я показываю только конструкцию тумана, а отдельно для каждой сцены мы готовили свой туман. So in general, he had a general kind of constraint for the fog, but for scene, he had. Вот у меня как раз нарисована схема. So here's a scheme of how it works. The gradient. So all the shading is the actual fog, or fog. Вот. Вот, видите? Вот филин. So there's the L. Вот туман. What is that word? Вот туман. What's the word? Oh, туман, вот, fog. И вот туман. T-Y-M. Fog. Только вот эти два тумана, они вот так сначала были сведены вот так. So the bottom two tiers of fog were put together. Когда филин двигался, мы раздвигали его. As the owl was moving out of the fog, those panes were separated. А вот через это окно он был виден. And through the top layer, you could actually see like the shape left for the owl. That's where he came out. Всем понятно? Does that make sense? Mm-hmm. Yes. Вот как выглядели, вот специально у меня здесь, вот видите, солоид, вот он здесь аэрографирован, so here, здесь. Here the и вот отдельный солоид с дыркой. So the top one has вот the здесь hole вот, for the owl to come out здесь вот показывал сухи. And the other two have... There you go. А здесь стоял Йорк. And the hedgehog inside. теперь, значит, вот окончательный кинокадр. So that's the end, the final clip. Теперь, значит, второй момент. How many layers is that? Сколько слоев вот здесь? Три. Здесь? Очень сложно посчитать. Филин раз. Два, три, четыре, пятый, и здесь еще пять, шесть, это ежик и травы. So he has four layers of the fog and the owl. And это тоже, вот, ежик с травой на одном слое, а и туманы с филином. So technically this one clip is six layers. Повторяю, только один момент важный. Я не гонюсь за количеством слоев. So he's not trying to get the most amount of layers. Если нам уже два слоя. If he only needs two, he'll only use two. Да. Речь идет о том, что нужно создать условия, которые точно откроют. But what he's trying to do is to recreate as realistically as possible each scene. Потом у нас три года спустя у нас после. Three years after the production of Hedgehog and Fog. Вот такой съемочный стол. They got a system like this. Вот. О, я. Ну, чтобы поняли пропорции его. Потому что вот. Вот я за станком. That's him by his thing. Not quite sure how to I think he's with vodka. Чего? Я говорю, за этим станком вы водку делаете, по секрету. Теперь, значит, кинокадр с деревом. So, for example, the clip with the tree. Помните, я вам сказал, вот у нас одна камера стоит вот так. So
So if you remember this, чтобы иметь возможности такого. And this camera has the ability to rotate. Она у нас глубже, она у нас вот здесь. It's a little more in depth. Алло, я вам подарю этот рисунок. Все. Ладно. Значит, вот. Эта камера так установлена, что она может вдоль станка делать панораму. So this camera is able to go along the pane? Вот более точная схема. That's a more accurate. Теперь смотрите, что здесь происходило с деревом. So here's what was happening with the tree. Громче здесь плохо слышно. Это громче вам? Мне, да, Соня. Соня, может быть, я не знаю, может, ты сюда... No, can everyone hear me, more or less? Ну, мне голос форсирует. When he first did this shot and he saw how it looked, was he impressed with his own work? Знаете, да. Я тут должен сказать, что снимал это кино замечательный человек, и он, к сожалению, уже нет в живых. When the person who actually кинооператор filmed Александр this, the operator was Александр Жуковский, who is unfortunately no longer living. Здесь очень велика роль кинооператора. In this particular film, the role of the operator is хотя, very, very important. Хотя я считаю, что режиссер должен знать операторское искусство наравне с кинооператором. Even though he thinks that every producer and director needs to know how to be an operator. Потому что придумывать принципы — это не просто технология, а это эстетика, изображение и технология. Кстати говоря, с греческого «техне» переводится как «искусство». By the way, he says, the Greek root так что это все одно целое. So it's all just one whole. Как мы снимали? Мы долго думали, как же это сделать. When they were filming this, they thought for a really, really long time how to do it properly so it would create this effect. Значит, вот это дерево. So this tree. Его сделал, рисовал художник. The artist drew it. Причем рисовалось это дерево в соответствии с возможностью съемочного станка. And it was drawn in proportion to the actual tier, the size of the tiers. Оно было сделано, разделено на отдельные части. It was divided into separate parts. Вот они, эти отдельные части. Вот. So those are the separate parts. Одна часть, вторая, третья, четвертая. А это яруса. So there were four parts to the tree. Every part was on a separate tier. Теперь, на ярусах, на стеклах, лежали на целлоиде нарисованные ветки. Вот они. On each plane, on each glass plane, there were separate branches drawn out. Вот если дерево закреплялось по сегментам под стеклом, под каждым ярусом, то стекла, то ветки лежали горизонтально. So the branches were horizontally, were laying horizontally on the planes, and the actual tree itself is vertically, was going vertically through the planes. Теперь я случайно вам все время говорил о том, что камера может вот так двигаться. So the reason why the camera could rotate so well was because. А теперь прошу внимания. It would be easier for him to film. It, film the tree as one. Когда камера стояла вот в этом положении. So when the camera is in this position. Вот. That position. Она брала кадр крупно. It вот он. Made a wide shot. То есть вот он этот кадр. That shot was what it would see. Вот. Когда камера начинала поворачиваться. When the camera began to rotate. То что происходит? Когда она поворачивается, меняется общность плана, понимаете, да? Он становится более общим. The general landscape. Он автоматически становится bigger, более. So you can see more Вот так крупно. А вот когда камера вот так разворачивается, то она берет уже гораздо более общий план. So if the camera began to rotate, it would get more of the tree with each shot. Когда она перемещается на вот такое положение, она уже берет вот такой план. So when it moves to the next little angle, когда она перемещается дальше, она берет вот такой план. And then the next angle gets that shot. И, наконец,
Она берет общий and план. Finally gets that bottom shot, which То is есть вот он этот последний кадр. Вот. Все, понятно всем? Does that make sense? Yeah. Yes. Was the tree also celluloid or was it also? Дерево было нарисовано на целлюлоиде. На астролоне. Оно было нарисовано вот по этому же принципу. It was made as the body of the hedgehog. Yes. So it was, Все. It was the double layer. Да, да. Оно было многослойно и нарисовано было очень тщательно, очень It was drawn out very подробно. Но, к сожалению, все это потерялось тогда после съемок. Unfortunately, ничего не осталось. All of this is lost after the film was made. This is Russian, guys. This is very Russian. Это очень по-русски все растеряно. А, это точно, это точно. Точно. Losing everything. Is that true? Ну, Алла, я тоже... Is that what Is it what? Когда вы снимали его дерево, оно было подсвечено снизу? Нет, оно было фастозное, то есть плотно написано, рельефно и плотно осветилось оно с боков. Вот so так прямо. Цвета стояли sides, вот так. But the tree itself was just a thick layer, like thick layer. Причем учтите сложность съемки, невероятная сложность в том, что камера двигалась от движения ручки. The biggest difficulty of filming was that the camera moved by turning a handle. А это значит, а так как там были перемещения камеры буквально микроскопические, надо было очень тщательно really get very changes of the camera angle. Понятно? It was very hard to turn the handle accurately. То есть вот на штативе вот так вот это поворачивало штативная головка. So the camera itself could rotate, like the head of the camera, I guess, would rotate this way. Технология была такова, такой сложности, что штатив, ножки штатива были выдвинуты на 2 метра. The legs of the stand, of the camera stand, were 2 meters high. И она вибрировала, камера. And shook. Должна была быть полная тишина. У нас даже было так, что на студии, в туалете, дверь хлопала, а камера так дрожала. So it had to be really, really super Поэтому quiet мы закрыли in the туалет. In order for the camera to be stable, because even when the toilet door slammed, it shook. И в студии все сходили с ума. So everyone in the studio went crazy. Куда было нельзя пройти. Because you couldn't go anywhere, you couldn't move, you couldn't И только когда набиралось народу, мы их пускали, они потом выходили, мы опять закрывали туалет. So they would just let people in big groups, so they could see and then leave. Это была очень сложная съемка. Но вы знаете, что? Это была веселая съемка. It was very difficult, but it was very happy. It was a very happy filming. It was very fun. И когда мы получили, да, и целлулоид, вот эти листы целлулоида. So the transparencies. Вот эти листы целлулоида здесь. Их надо было тоже покадрово. And those transparencies also had to be turned clip by clip, shot by shot. To his knowledge. И нам же нужно было сделать эффект, что дерево кружится. And what they needed to do in the film was to create the effect of the tree turning, or of the hedgehog moving around. Что ежик идет вокруг него, а the hedgehog is going around the tree and looking up, and he sees the branches kind of moving, rotating around himself. Потому здесь, как вы понимаете, нету никаких трюков, никаких гэгов. No tricks. In here. Здесь все дело совсем другое. It was all completely different. И еще не было человека, кто бы не удивился, как снят этот план. And there hasn't yet been a person who hasn't been surprised by the way Потому что мы снимаем, ведь все знают, что у нас плоское изображение, его нельзя снять в объеме. Because everyone knows that he uses 2D images. И когда they're not really possible to film in 3D. Когда мы получили материал и смотрели, when he received the material, смотрели его на монтажном the столе, end material to finish film. То Вошел случайно наш коллега, кинооператор, и он видит, значит, вот панорама, а потом дерево начинает кружиться. Он говорит, а это как вы сделали? Their colleague went by and noticed this particular scene where the tree branches seemed to be moving. Он не поверил, что на самом деле, ствол дерева не кружился, он такой и был. Because he couldn't believe that everything was 2D. Но создавался эффект кружения. But the effect itself of Потому что Вот здесь было, это было так тонально построено, Because it was so minutely built and made. Что глаз
схватывал эффект его кружения, потому что ветки кружились, ему казалось, что ствол тоже. The eye thought that the tree, the branches were rotating because the way it was shot, the film was actually moving. Я это почему вот так подробно об этом говорю, потому что я понимаю, на компьютере можно все сделать. So the reason he's explaining this in such detail is that he understands that on a computer you can do this really easily. Но дело в том, что тут вот тот факт, что у нас, что мы были очень ограничены в условиях. But here the fact that they were very limited in what they had. Нам позволило расширить эстетическую картину. Allowed them to grow aesthetically. А не правдоподобную, не физику. And not necessarily truthfully per se. Если внимательно посмотреть 10 раз этот кадр, внимательно только задаться задачей, а двигаться от стола, то там можно увидеть соединение. If you look at it closely, you'll be able to see where the pieces meet and where they fit. Но когда идет чувственное восприятие, вот когда идет эмоционально, то эта математика не включается. The mass of it isn't included. You don't notice that. Теперь, значит, кинокадр. Почему мы сделали большой персонаж ёжик? The reason why they made the big hedgehog. Вот, значит, кинокадры, где улитка. So this is the clip with the snail and the leaf. Вот. И вот она скрывается в туман. And that's the snail going into the fog. Тут вопрос, почему крупный ёжик, и вопрос о монтаже. So the question is, why did he use a bigger hedgehog, and how is it actually filmed? Дело в том, что монтажной смены надо тоже пользоваться, ну как бы сказать, интеллигентно. So you have to, like for a montage difference, you have to. То есть я сегодня смотрю много фильмов. Today he watches a lot of films. И я вижу, как вот это бессмысленное желание резать кадры, дробить их. And he sees the really senseless willingness to just chop clips up and. Идет такое, знаете, клиповое. Мультипликация, клиповое кино. So he sees a very клип, fragmented, понятно, да? He sees a very fragmented film, which doesn't make a lot of sense. И мне иногда кажется, что режиссер не дает себе труда. And sometimes he thinks that the director doesn't подумать give himself над кинокадром, the как chance над to think about each clip. Поступательным, эмоциональным, how я скажу, поступательным и таким. Сейчас, как бы это точнее сформулировать? Таким ступенчатым восприятием кинокадра. То есть, что зачем идет? To climb up the aesthetics ladder, so to speak, and visualize things emotionally. То есть, как развивается действие перед нашими глазами? So, the way every action is fragmented in front of your eyes, and the way it can develop. Вы помните, вы посмотрели фильм, вы помните, ёжик стоит в тумане. You all remember the scene where the hedgehog is standing in the fog. Вот этот кадр. This clip. Потом дальше раздается такой резкий зигзаг. And then he hears kind of a sharp noise. И на его голову падает лист. And a leaf falls on his head. Причем там крупность. Крупность этого кадра такова. Значит, вот ёжик взглянул. That's the hedgehog. Он резко повернулся, и на него сверху падает лист. And a leaf falls on him. И он по нему прямо по нему прокатывается. And the leaf kind of tumbles down his body. Дальше кадр идет. The next clip.
он ежик, он открыл лапки, он закрыл все лапки. The hedgehog has covered his face with his paws. Посмотрел вниз. And looks down. Посмотрел вниз. После чего After which идет кинокадр. You see a clip. Идет кинокадр. Хотя я сейчас сыграю. Так, идет кинокадр. Вот кинокадр. So the next shot. Кинокадр. Улитка. Shows the leaf. То есть лист лежит. The leaf is laying on the ground. Потом лист вздрагивает. Then the leaf kind of trembles. И из-под него. And from from under it crawls the snake. Выползает улитка. Вот она ткань. Сейчас. Вот. И вот она скрывается в тумане. And that's how it disappears into the fog. Дальше идет медленный отъезд. Then the camera Сейчас. Pulls out. Идет отъезд. Теперь вы уже знаете, как она появляется. Now you know now how the horse can appear. Второй кадр, вот третий, so вот она еще spirit. Более резкая, и вот мы ее увидели. Вот final, мы ее увидели. The final shot, where it's fully visible. Вопросы какие-то есть? Any questions? Я вообще хочу сказать, просто из того тех 40 минут говорить остались. Минут 20 мы должны оставить вопросы обязательно. Вот там question. Но вопросы по фото задавали. Да, вот вот тот мальчик у него. Да. After shooting it, how long before to see any footage? После того, как вы это все сняли, как долго было видеть? Через 3 дня мы увидели этот кадр. In 3 days. Это же на пленку все снимают. Because it's all shot on film. So. Проявили негатив, отпечатали. So it's just represented about the negative. I think someone else may have that. How often did you have to reshoot? Как часто вы должны были переснимать? Как часто что? Переснимать сцены. На ежике мы пересняли небольшой эпизод с медвежонком, небольшое количество сцен с медвежонком, потому что film, мне не понравился персонаж, мы его переделали. He reshot some scenes with the bear because he didn't like the original. Больше movie, никаких пересъемок. So they had to redraw. But other than that, it was just the first. Но movie. Повторяю, wow. Я работал с божественным кинооператором. But he praises his operator. And the artist probably too. Я, кстати говоря, вам покажу его, как он выглядит. Just one. He will just show the operator. He works with two other people, his wife, who is the artist, and the cameraman. That's it. How long did it take to animate all of Hedgehog and the Fog? Сколько вы работали? Я сейчас отвечу, вот кинооператор. Sorry. Alexander? Go to Lightning. Lightning, you're on That's his operator. Но это уже, кинооператор, это уже спустя 30 лет. Нет, 25 лет. Вот это спустя 25 лет. It's 25 years after the film was made. А сколько вы работали на фильме? 9 месяцев. Полностью. От начала до конца. From the beginning to end, it was 9 months. 9 months. Something very familiar, isn't it? Was that including making all the art or just the animation? Yeah. Okay. What about?
Oh yeah, could you talk about how you made the water effect in that film? Спрашивается, как вы сделали воду? Вот я сейчас как раз скажу об этом. Yeah, exactly. He's getting there. Хотелось говорить. How big was the total size of the frame in those cases, like the background? Oh, какой величины был размер каждого кадра? Вот в общем. В общем, ну вот этот кадр, например, вот этот. Нет. Ну, примерно сколько где-то? По размеру кадр, наверное, сейчас скажу. Ну, наверное, вот так вот по ширине. Вот такие кадры. Не знаю, как еще. Кинокадр, да, что ли? Ну да, ну такой, но в среднем это было вот съемка на таком кадре. Но у нас были кадры побольше. Some shots were larger than others, depending. Вот, то есть пора. Но в среднем это, да, вот так. Вот я вот сейчас расскажу вот об этом. This is the clip where the owl looks into the pond. Это как он лапой в луже. That's where he sticks his paw into the pond. Да. Значит, для того, чтобы снять этот кадр, to create this shot, я просил художника, ну если у нас ежик был такой, то филин для съемки, он был вот такой. So the owl was about twice as big as the hedgehog. Но для этого кадра я попросил художника, художник нарисовал вот такой величины филин. But for this particular shot, the artist drew an owl that was that big. Мы вначале сняли отражение филина. Вот видите, вот в этом кадре. So first they shot the reflection of the owl. Мы сняли это отражение в тазу с водой. In a bowl of water. Это я буквально здесь нарисована схема, как все это делать. That's how they actually shot it. So there was a bowl of water and это моя рука. They put the image there and they shot the reflection. Снималось это на скорую, то есть как в игровом кино. So it was just actually like it was filmed on a film without doing stop motion. Значит, мы проиграли все, что должно было быть потом в кадре. So they played out everything that was supposed to be in the end shot afterwards. Учтите, этот фильм был снят в 75-м году, тогда технологии компьютерных вообще не были. So there were obviously no computers to deal with. In Russia. Значит, мы проиграли, мы по секундомеру с ним. So they did it with без камеры поиграли, вот как филин, как он должен отразиться. First they didn't use a camera, they just played it out kind of. Потом уйти из кадра, и чтобы всунулась лапа. Then they played out how the owl would wash his paw in the pond. Вот лапа. Вот. Like that. И действительно была сделана лапа, и я там сам. So when they filmed the end sequence for the reflection, they actually made a separate paw, and then they held it and kind of вот washed it in the basin. Потом он должен был опять отразиться в луже, то есть so then he needed to reappear, his reflection лапу needed to вынул reappear in the и water. Опять его всунул, и снималось только отражение, вот только вот это. And the reflection separately was filmed. Понятно, да? Does that make sense? Mm-hmm. Все это было там по секундомеру, допустим, заняло там 8 секунд. So maybe this entire sequence maybe took only like 10 seconds. Но все точно снималось по секундомеру. But a stopwatch was used to be very accurate. Потом мы получили это изображение. Then they got the developed film of the reflection. И сделали проекцию. And they made a projection.
Это тоже схема старая. Вот так стоит. Вот если это ярусы. So if those are the tiers. Здесь у нас камера, ну вот так она была. That's the camera. Вот она смотрела, камера. Вот здесь у нас зеркало стояло. There was a mirror right there. Снятый материал, мы, это старый способ, мы дали проекцию на зеркало. The reflection, the developed film of the reflection that they had filmed was projected onto the mirror. И вот здесь на экране появилось вот это изображение. And so there was the actual projection of the reflection. It's all very complicated. Projection of the reflection. Вот это изображение. Like that. So that's, that was how it looked. Это вся сцена с филином, вот все вот это. This entire scene with the owl. Я ее всю по кадрово записал. Norstein wrote it down. И я знал на каком кадре что происходит. So he knew at what second what was happening. Потом вот здесь вот у нас была декорация. И вот здесь же на этом слое был филин. On the second, нет, on the second был, tier. Он был на, повыше, он был so вот здесь. So, on one tier there was the actual set, and then on a tier above that was the owl. То есть, это был вот такой кинокадр. Вот. So that's how it ended up turning out. Причем, он начинался кинокадр вот с этого кадра. The actual sequence in the film starts with this clip. Потому что перед этим был, это опять вот о монтаже. Перед этим right before this, в этот кадр, в эту лужу смотрел ежик и видел там звезду. Looked into the same pond and saw stars. So this is the pond. Вот здесь вот стоял ежик. This is a hedgehog. Sorry. Смотрел в лужу. В луже отражалась звезда. In the pond he saw stars. Кадр был вот такой. Потом ежик проходил здесь. Then the hedgehog passes through the pond. Глядя спиной. Which is back to the audience. И смотрел в лужу. Проходил. И когда он уходил, still into the pond. Мы наезжали, крупняли лужу. And as he was moving along the pond, the camera zoomed in. И в луже дрожала звезда. And in the pond you can see the star shimmering, the reflection of the star. И после этого в этот появлялось отражение филина. And right after that you can see the reflection of the owl. А потом мы меняли кадр монтажно. Вот, на этот кадр. Then they changed, they made a montage from shot to shot to get to this shot. Филин лапу, которая лежала вместе с ним на стекле, он ее протягивал к луже. The owl's paw lay on the same tier as the owl itself, and he extended his paw into the pond. А в это время на проекторе тоже перещелкивались те кадры, где отражалась лужа, где отражалась лапа в луже. You could see the reflection of the already filmed paw in the pond. Поэтому они шли синхронно. And so there was a synchronized movement. Всем понятно? Does that make sense? Yeah. Дальше он заглядывал филин в лужу. The owl looks into the pond. Отражение успокаивалось, он видел себя. And the water would stop moving because he saw his own reflection. Ну а кинокадр в рисунке он выглядел вот сейчас. Вот так. The actual shot looked like this. This is the preliminary sketch for the shot. И вот он опять заглядывает в лужу. And he's looking back into the pond. Вот. И это все движение в луже и его движение, они были синхронны. So the movement of the owl and the reflection. Поэтому воспринималось это как одно целое. So it was all filmed as one whole. Нас потом все спрашивали, как это сделано, как. A lot of people afterwards asked him how they did this. Но я всегда в этом случае говорю,
Подумайте вначале сами, я вам все, я вам расскажу, но попробуйте сами. But in this case, he would tell the person asking to think about it himself and try to figure it out first. And then he would tell me. Значит, вот этот кадр. О чем еще? Рыба в воде. Ежик плывет в воде. Я могу еще об этом кадре рассказать. Do you guys want to hear about how the fish in the water happened? Yes. That should be. Ну, во-первых, я покажу вот эскиз фильма. Вот это эскиз. So here's a sketch from the film. Yeah. Where the hedgehog is floating down the river and the horse speaks up. А вот рыба. Here's the fish. Вот она. Теперь вы помните, когда я вам показывал лапку, как лапка. So if you remember when Norstein showed us how the paw здесь of the hedgehog самое from было. Joints. Same thing for the fish. It was constructed out of several separate pieces. Вот это рыба по частям. So that's the fish in pieces, so to speak. Это рыба сом, я не знаю как там. Знаете, catfish. Catfish. Значит, это усы ее. Это все тоже сделано. У меня so здесь the whiskers and tail есть and ее, есть ее кусочки, я могу показать. Как они выглядят? What's the top part? А что вот это сверху? Вот это сверху, а сверху накладывали, вот здесь, видите, темное. Это сверху еще один целлулоид, чтобы дать форму. И когда она плавала, это чуть двигалось по ней. То есть создавался эффект такого... Чешуи такой, да? Ну, не чешуи, объема. Но, опять повторяю, это не было желания... показать скользкая чешуя и все. Это было, really это show, было, like, scale, это было совершенно от другого. How big was the fish? Как, какой величины было рыба? Wow. Да, вот like, такой вот. Wow. Это как раз был общий большой кадр. That was for the close-up. Ну, я сейчас покажу. У меня здесь она, к сожалению, не полностью, но кусочки. He has bits and pieces of the fish with him. She will show you. Yes. How did the whiskers move? Как двигались усы? Что как? Усы как двигались? А они шарнирные, поэтому я мог их двигать как я хотел. Усы. Сейчас я покажу. Yeah, they were also like made up of very tall pieces. They were joined together, so they could move. Yeah, like the art. So that's just like the art they put on plastic. Mhm. Mhm. It says the Russian rigged fish and its details. Вот это голова ее. Вот те, кто спросил у меня, как двигались усы. И парень улыбается в шинице. Вот, видите, вот они. Подвигайте, Борис, немножко. Ну вот я двигаю. Ага. А то за что мне деньги? Давай, хорошо. Those are the whiskers. Ну это естественно, я здесь примитивно двигаю. Я на самом деле двигал их, естественно, покадрово. So, in the actual film, they move them shot by shot, depending on where the fish is going. Теперь, значит... Теперь вот что из себя представляет рыба по деталям. So here вот видите, она прозрачная. So it's kind of, it's a clear sort of вот, image. Вот как хвост выглядит. Процарапано, да. А сверху, ну это длинная она.
so you can see through lines. Это вот, ну они, видите, они сейчас не закреплены у меня. А сверху накладывалась еще вот такая вот легкая, ну, вот она, видите? So that's the outer layer. Вот она накладывалась сюда, вот, видите? And it's kind of put on top. Чтобы создать ей форму. To create shape and motion. Вот, собственно, ну и это уже скреплялось, голова скреплялась. And then the head was attached to the body. Вот видите, вот. That's also the thick transparency. Это делалось титановыми белилами. This was tempera paint. Потом, вот крупно. Потом втиралась вся краска. Краска акварель. Then watercolor was painted on top. So, like you said, it was kind of scraped up first. Watercolor was added. Теперь, как она снималась? So now he's going to show you how it was actually filmed. Как вообще весь этот эпизод снимался? Значит, мы сделали раскадровку, тщательную раскадровку. So first they made a very concrete storyboard. Всех кинокадров этого эпизода. Of all the individual clips of the scene. Сейчас я вам покажу эту раскадровку. I'm gonna show you the смотрите, вот все эти кадры, которые должны были сниматься, вот они сделаны у нас в раскадровке. Это ежик упал, барахтается в воде. This is where the hedgehog has fallen into the water. Это он всплыл. Here he's come to the surface. Это он плывет и рыба. That's where the fish comes in. He's floating in the fish. Это он плывет на рыбе. This is where he's floating on the fish. Это он стоит на берегу. Here he's standing on the shore. А это круги от рыбы. And those она are ушла ripples. В глубину. Those are the ripples left behind when the fish goes away. Вот с этой раскадровкой мы поехали на речку с кинооператором. So with this in mind, they actually went to the river with the operator. Приготовили всякие приспособления. They made some. Ну, например, где ёжик барахтается, мы сделали длинную палку. So to create the effect of the hedgehog kind of scrambling. На палку, the water, на конце палки they made it on прибили. Прибили другую палочку вертикально. They had another vertical, a small vertical branch. На эту вертикальную палочку на пружинках кусочки, to that vertical branch, on кусочки spring, пенопласта. They attached pieces of plastic, of styrofoam. И я эту палку, кинооператор стоял с камерой, я so эту палку the сунул operator воду, was standing with the camera. И в воде, из-под воды чуть-чуть высунул вот эту вот верхушечку. И стал and, ей вот так помогать. And Yuri took the stick and from under the water, the styrofoam peeking out, he kind of messed around with it in the water. А потом, на этом месте уже лежал на... Потом мы все то, что было снято, мы также спроецировали, как и с филином. And so, as was done with the owl, they reflected it through a mirror and through the tears. И также на стекле лежал ежик, который там барахтался. And already on the actual кадровой scenes, they had... Поэтому он перекрывал все то, что могло вдруг мог зритель увидеть. So the hedgehog, the image of the hedgehog covered anything that the viewer could see from the actual river. Значит, потом ежик, потом так как ежик всплывает, so when the hedgehog floats up on то surface, там на этой палке тоже была укреплена такая палочка. On the same stick, there was another stick. И я тоже ей сделал такой эффект. Будто всплыл он, то есть, and so he created an effect of something floating to the surface. То есть вода успокоилась и только круги пошли. Where the water around was calm except for those ripples around. Потом дальше мы снимали также тот же палкой я по воде делал вот такое движение, как будто рыба плывет. To create the effect of the fish, he made an arch with the stick in the water. Потом мы взяли
бревнышко привязали на тонкой нитке, на тонкой леске, леска не видна, и тащили его по реке, вот когда ежик плыл. Then he took a log and attached it to a string and pulled the string along the river to create the effect of the hedgehog floating on the fish's back. Потом мы сняли кадр, как рыба уплывает, то есть то же самое, я также палкой провел. Then he took a stick again to create the effect of the fish going away. Ну а для этого кадра мы просто бросили камень и все. And then for that one they just threw a rock in the water. So I understand he used the mirror to put it back into the set, but how did he match up the timing of the water moving, say, with the fish, with the aquamarine? То есть спрашивается, как вы по времени, как вы просто... То же самое, все секундомер. They just use a stopwatch. Все абсолютно, каждый секундомер. For each clip. Весь абсолютно тайминг, все было абсолютно сделано. The timing was very precise. Потом мы могли чуть регулировать время, потому что мы могли по одному кадру переснимать эту воду, могли кадр, два кадра, so по два кадра, it was замедлять. Each clip, like by one clip, by one shot, by two shot, or two shot, by two shot. So it was easier for them to match it up. Вот. А рыба, когда она плавает в кинокадре. And in the film when the fish is swimming around? Мы ее снимали в полэкспозиции, то есть мы ее сначала сняли. They first filmed the fish. А потом брали опять весь кадр, пропустили заново. And then they took the same clip and refilmed it sort of. И рыба, она оказалась внутри воды. Будто бы. Так, какие вопросы? У нас осталось 15 минут. Any questions? I have a question. Footage is being projected back into the stand. Mm-hmm. Is it one frame at a time, or is it live action? Когда вы пропускали вот через зеркало те кадры, то это было покадровое или просто все? Покадровое, конечно. It was just shot by shot. Я же сказал, эти кадры мы тоже, я тоже записал в экспедиционные листы. So when they made the original film, то есть я знал, на каком кадре что происходит. Like the, with the stopwatch, they wrote down the seconds for each film. And so when they were passing it through the mirror, they did it shot by shot. It wasn't just one continuous flow. Because they would have to move the characters shot by shot as well. So. And the animation also. Какой вопрос? Нет, okay. I still have 15 minutes to talk. More now, so. Так вопросы, какие вопросы? Questions. Okay, now everyone go make that film. Right. Что? Would you be willing to animate a little bit? Right now? Yeah. Вас спрашивают, вы бы хотели сейчас сделать маленький фильм? Хотел бы делать какой? Маленький фильм просто, потому что они могут сделать покадровые как бы съемки. Я понимаете, в чем дело? Ну, я могу там прямо сейчас провести, ну сделать такое простое движение ежика. Конечно, могу, это, пожалуйста. Но... Ну или просто да, или вы можете нарисовать просто что-то. А что? Можно нарисовать просто все, что будет. Или у себя в даунтауне где-нибудь, там? Я не понял все-таки. Может быть, себя в даунтауне. Они думают, что вы можете сделать несколько просто рисуночков быстро на доску, чтобы все это тут же санимироваться. Ну, я могу сделать, но... He says maybe he'll be able to draw something. Но я думаю, что все-таки лучше взять вот этот персонаж и... Or he can do it with him. Да, возьмите съемки. But it'll be kind of rough. Нет, я могу сейчас подвигать его. Да. Ну вы как бы вы двигаете, потом он сделает. Ну естественно, а как же? А как? Is Hedgehog shot every frame or is it? Yeah. Is 24 or is it 12 or? Sometimes you expose two frames. Oh,
Когда вы делали съемок, вы только по кадру или там по два кадра иногда? Были по два кадра и по кадру. Там, где динамичное движение с посложной кривой, там всегда по кадру. Where there was more complex movement, it was just one shot. What does he want now? И там, где... Probably just... Там, где ёжик идёт по... Вот, вот сейчас можно снимать по два кадра. А, окей, so by two. By two. Да. Ну, давайте. By cutout. А? No. I tried. That's impressive. Всё, можно снимать. Окей. Okay. Ну, значит, давайте два да, кадра. Можно снимать. Два. Да. По два он будет. А? По два он будет. По два? Не так, как-то сразу. Я могу говорить? Да. Можно? Все. Надо закрепить бумагу. Oh. Надо скотчем закрепить бумагу, потому что она движется. Yeah, scotch. Do you have like scotch tape to keep the paper clean? Or something yeah. to keep it together? Yeah, tape. Oh, yeah. That's intense. Tape it really carefully. That is. I'm moving the set. Я не снимал давно его, как? He says he hasn't filmed him in a while. Hours in a normal day he works. Сколько часов каждый день примерно вы работаете? Иногда их по 12, иногда их по 14. 12, 14, depending. You guys hear that? You're oh, 14. You all slept. No, no pressure. 8 years. And how many seconds to in a day, or how many frames in a day? Oh, how many frames in a day? День? Ну, я снимал, сейчас я скажу, месяцев 5 мы снимали, наверное. Значит, если 270 метров разделить на 5, то получается по 50 метров где-то в месяц. То есть это довольно много. So about like 50 seconds. 50 minutes, это значит сейчас на секунду. Это где-то 120-110 секунд, наверное. So about 100, в месяц. 110 значит, seconds. Значит, разделите на 20 дней, это получается, сколько там получается? По 5 секунд в день, по 2,5 метра в день. 5 секунд в день. So about 5 seconds a day. Yeah, that's your future, right? Oh. Get used to it, that's a good day. Yeah, that's a lot. That's a lot. Yeah. Okay. Thank you.
Was his cameraman there on the set the whole time? Ваш оператор все время был там, когда вы... Обязательно. Yeah. Дело в том, что это была вообще особая съемка. Он, обычно kind of кинооператор не обязан быть Usually в регионе, но это была такая съемка, когда он должен был следить, контролировать меня. Because he had the kind of control you need. Okay. To make sure that everything was turning out fine. What's the mood like on the set? Do people talk or do you play music? Как вообще вот в студии, какая атмосфера? Вы там поете или играете? У нас, понимаете, тогда была веселая атмосфера. Сейчас в студии уже нет той большой студии. Back then it was kind of a happy atmosphere, but they don't have their big studio anymore, so it's not as exciting. If you accidentally move something on the actual filming, if you accidentally move something out of place, how does he know where to put it back to? Спрашивается, если вы случайно там что-нибудь сдвинули, то как вы знаете, куда надо опять? Случайно? Если случайно сдвигается там что-нибудь, там персонажи? Ну, вот сейчас здесь мне, естественно, сложно снимать, поскольку вообще, все, я не могу то, закрепить сейчас. То, но вообще, я обычно двойным скотчем креплю. Oh, so usually does double-sided tape. Okay. Thank you.
Да, сделайте паузу, сделайте еще кадров 20. You make 28 кадров. Да, я. Я знаю, мне это нужно. Все? Да, сейчас. Тоже потом I wonder how they're going to feed their families. He said that he wonders too. Bit like this, you know. This is no bad. Chance.
effect you require to do this. You get to do it on the same animation stand used by your sign. Yeah, you have two of the same pieces. You should be autographed. The same pieces. Technically, that's mine, actually. I got that for both. Так, Алла, то, что я не добираюсь здесь, я добираюсь в вами. The pieces of glass were like $65 and the frame is $12. Oh, you mean about total $65? You mean it's your machine? What do you need? How many sheets did you get? Four. Okay, so right. There is the option of spending your entire life doing this. So be careful. But also, bid well. Thanks, everyone. Thank you so much.